Привет, Гарри Поттер. Ты босиком? Не холодно? Немного. Все мои башмаки таинственным образом исчезли. Думаю, это проделки нарклов. Кто это? Их называют фестралы. Они очень добрые. Но люди избегают их, потому что они немного... другие. Почему их никто не видит? Их видят только те, кто видел смерть. Значит, у тебя кто-то умер, да? Моя мама. Она была необыкновенной волшебницей, но любила эксперименты. И однажды ее превращение плохо закончилось. Мне было 9. Сочувствую. Это было ужасно. Я из-за этого очень грущу временами. Но у меня есть отец. Мы оба верим тебе, кстати. Что сам знаешь, кто вернулся, и ты дрался с ним, а министерство плетет заговор против тебя и Дамблдора. Спасибо. Ты, похоже, единственная, кто в это верит. Я думаю, это не так. Но, наверное, он хочет, чтобы ты так думал. Что ты имеешь в виду? Ну, на месте сам знаешь кого. Я бы хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Просто потому, что если ты один, ты не представляешь угрозы.